Я видел в Деницу сидящую на престоле книгу, написанную внутри и вот вне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. Откровение 100 Иоанна Богослова. Глава 5, страница 1, с 1 по 3. Вот так вот, ребятки, мы с вами начинаем серию по блокбуку. Здравствуйте, привет. Давно не было блокбука, мы с вами пройдем его. До конца нам осталось сколько? 3 печати, наверное, или 2, да? 3 печати вроде нам осталось с вами открыть, вроде, или даже 2 осталось нам с вами печати открыть. И, собственно, мы с вами пошли эту игру, но еще тут есть, конечно же, DLC, мы с вами его посмотрим. Я не знаю, будем ли проходить или нет, то посмотрим точно. Бесконечная битва называется. Поэтому, ребята, вы даже подумали, на тебя пилетик писать, при этом 5 копеек или 50, при этом просмотр. Если не смотрел прошлую серию, ссылка постоянно находится на половине с прохождения данной игры. Подсказочка сверху справа. В углу там же кружится, такой кружочек кружится, ты видишь, да, там тоже прошлой серии по этой игре. И также плейлист, еще одна серия по другим играм. И вот, при этом просмотр, мы с вами, собственно, начинаем. Ой, да, вот здесь мы с тобой закончили серичку, да? Сын Лешего говорил на север идти, к старой пожне. Лучше не терять времени. Каждый день на счету. Да, да, мать, да. Так, давай посмотрим. Черная книга. Что здесь у нас с тобой? Что по FPS? Нормально все? Нормально. А, нам с тобой 3 осталось все-таки печать. 3. У нас с тобой 4 открыто. И нам с тобой еще 3 осталось. Интересно. Так, что у нас здесь с тобой? Так, ну здесь я понял. Здесь ничего не... Шанс защититься от вражеского... Ух, ебать. Так нам это надо. На 2. Шанс 50% защититься. Окей. Это награду, блядь. Ой, блядь, их надо отправить всех, да, еще. Пиздец. Да, а вот есть фарик их не отправлять никуда. Я вот, к примеру, не хочу их никуда отправлять. Но если я не буду отправлять в бою, мне как бы ББ будет, реально. Допустим, вот так сделаем. О, у нас с тобой одно очко есть. Очко. Мое. Ой, что? Что здесь? Чертознание. Хитрость. Можно послать еще на что-то на бессмысленную работу. Видно. Да нет, мне это не надо. Я не хочу прокачивать. Процентов, цена магазина снижена на 10%, увеличить количество использованных вход на 1, крестьянин повысит на 10%. Увеличивает количество ключей в заговоре на 1. Это нам надо, как будто бы, да? Это нам как будто бы надо. А, ну я не могу, да, взять? Охуенно. Блин, ну честно, здесь, блин, я не знаю, здесь что такого особо нету, блин. Ну вот это можно получить. А, вот, да-да-да, вот это нам, давай-давай-давай. Вот, это нам 100% надо с тобой, и тогда мы с тобой сможем одеть сейчас, наверное... Вертено мертвеца, это что? А у меня здесь есть вертено мертвеца? Лур, да, Конова, хабошек, Вертено мертвеца называется. Кровь. Нет. Нет. Полушка, блядь. Вертено мертвеца называется карта. Ну давай, ладно. Подожди, куда ты, блин, убрал-то? Вот это нам не нужно особо, да? Здесь что у нас с тобой по этим, по перкам? 6 урона всем, наклад 7 в первом ходу, плюс 15 у нас с тобой теперь хпшечки, плюс 3 еще к счету, у нас так с тобой 7 находится, плюс 3 еще 10 у нас с тобой получается, и плюс 12 еще у нас получит призовой при начале сражения, плюс 12 еще у нас с тобой к... ХПшки 105 того, да? И можем с тобой, в принципе, печатать мучение чертей на 2. Ну, блин, если здесь будут щиты, если у меня будут перки на щиты хорошие, да, и на урон с ХПшечкой, то, в принципе, я тут могу одеть. Но в данном случае, наверное, одену, блин, это... А, порча 3, вот, порча 3 у нас будет в начале ход. Но нам это не надо, нам это не надо.
вот этому совладению, потому что это прям, ну, нужно. Почему бы нет? Ну, погнали! Let's go! Let's go! Путь, собственно. Как говорится... Будь мудрецом! Выйди вперед! И знание твое станет хлебом. О! Купить заговоры. Слово разложите, добавляйте всем словам заговоры. Складная молитва. 4. Вечно Воланд Крада. Склад получить защиту равно по тем, кто в прошлом ходе. Вот это имба вообще, нет? Вот это имба, как бы нам нужно такое. Go. Let's go, бля. Не, ну это такое. Ну, блин. Ну, можем нанести уровень количество слов в заговоре. X2. Значит, эффект увеличит на одно, каждое слово увеличит благословение в начале ход на один. Слово чарки из книги на конце битвы. Сводим на это меню разговора. Крад, летучий крада. Ну, давай это тоже купим, почему бы нет. Давай сразу тогда с тобой сейчас это и поставим. Только вместо чего? Непонятно. А где оно? Где оно? Где этот кинжал? Наверное, вот здесь, да? Правильно понимаю? Да, вот. Вот здесь. И кинжал, да, здесь. Ключи. У нас с тобой чего можем? Удвоить глаз, лечебные травы, нанести равный из глаз X3. Вечно горящая. Ну, как будто вот это мы можем. Горящая кровь, крада, крада, летущая крада. Блин, ну... Бать, я этого не помню даже. Вечно урон при потере здоровья. Ключи 2. Увеличить количество ключей, это нам нужно. Ёпта, смотри, что у нас тут здесь есть. Нормально? Крест. Ну, блин, я бы, наверное, знаешь, что сделал бы? Ну, как будто вот это можно убрать. Хотя злой глаз нам нужен. Вечная горящая кровь и крада, да? Ладно, давай потом еще добавим с тобой. У меня найдешь тело. Да. Знание и разумение твоей книги. Пока, мужик. Так, нам дали закупиться заговорами. Это хорошо. Я купил только два, потому что остальные такие, знаешь, ну, у меня они есть, как бы. Зачем они мне нужны? На этой старой забытой пожни не растут ни деревья, ни крестьянские посады. Пожни не распахаем поле с осадками на солоном накрыли. Только тут и там торчат старые жерди и две тонкие березы. Сын Лешего сказал вам связать их верхушки, чтобы найти дорогу к его отцу. Это пустынное поле дышит колдовской силой. Вы чувствуете, что когда-то здесь была церковь, или скорее, святилище пермяков? Держите, ребят. Вот. Держите. Так, ну, погнали. Вы связываете верхушки деревьев, и между ними открывается путь в обитель Лешего-старшего. Узвел. Ой, вот сюда получается. Ну можно как бы? Угу. Возле ручья находится старая березовая роща. Деревья покорежил возраст, их корни покрылись мхом. К стволам привязаны красные ленты. Так крестьяне пытались помочь очередному заблудшемуся. Что? 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 Ладно. Прошу прощения. Так, ну давай смотрим. Ленты похожи на те, что вы встретили перед тем, как попасть в Немзю. Быличка. Держите, ребят. Угу. Ленты ведут вас дальше, вдоль ручья. Вдруг из него выныривают несколько утопленников, привлеченных черной книгой. Поехали. Так, а что у них тут? Всем союзникам по 10, черный венец. Вдруг не можешь использовать черный слав. Ай, ты нахуй, ебаный урод. Так, вот тогда мне нужно сейчас жестко вот, наверное, ему нести. Давай, наверное, вот на этого мы кинем. Опа, что, блядь? Всем противникам. А, у меня. Ёпта, прикинь. Складная. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой.
Азлас у меня есть здесь? Стоит? Не, Порча. Ну вот ему, наверное. Не, давай вот ему, наверное, мы кидаем, наверное. А, ну все, не могу больше, да? Ну заебись, чем лезь. Ну и, наверное, по тому тоже надо попасть. Поэтому думаю, так будет правильно. Она у меня тут. Блин, я давно сюда не заходил, ребята. Очень давно сюда не заходил. Ну ладно, понятно так. Пока все без травм освободимся. Бамс. Так, самое главное, которое будет нас бить, вот его будет. Ну. Его все равно будет бить. Как бы хпшку будет снимать, поэтому нормально. Да, понятно, блядь. Ты, ух, ебать, что? Так, снижает на 3. Согласно про... У, бля. Противника нас... Регенерация, да? Давай, раз. Я не могу черные слова использовать, самое интересное. Ну, в принципе, все. Больше пока ничего не будем. Опа! Убрали. Теперь можем с тобой вроде как использовать черные славы. О, черные эти карточки. Ой, да-да-да-да-да-да. Ну, расскажешь, расскажешь, мальчик. Расскажешь, расскажешь. Увеличит размерах и становится сильнее. А, ну понятно, блядь. Здесь... А этот? Блядь, ты гни, да? Нам, в принципе, как бы вот. Вот ему, наверное, мы кинем вот эту тему, да, с тобой. Давай, наверное, вот так сделаем. И, наверное. Чего? Нести. Ну, вот так, наверное, сделаем с тобой. И, наверное. Вот на него тоже кинем с кайфом. So let's go. Ой. Давай, давай, давай. Ну не, они легкие, не легкие, да, забейте, они легкие. Вот у него теперь, короче, у него. Его можно, в принципе, пока не трогать, только ему это докинуть. Порчу, не порчу, можно докинуть ему, в принципе, и все. Вот этому, который стоит по центру. Тех боковых нужно добивать нам с тобой 100%. Че? Охуенно. Лечебные травы. Бля, вот мне нету, да, то, что. А что у меня здесь? Ему мы докидываем. Наверное, мы так все сделаем и вот так вот. Давай так сделаем, похуй. А, я тебя ударил, я понял. Ой, больно, больно, больно. Так, теперь можно с тобой использовать черные слова. Это хорошо. Хорошо. Ебать, сколько? Так, хорошо, так сделаем. Зря потратил, наверное, да? Блять. Да, как будто мне пизда сейчас, да? Но тогда надо вот так делать. Вот да, в него все валим, потому что они такие слабачки, в принципе. Вот так сделаем с тобой.
Того у нас уже 21. У него, конечно, валим, погнали. А чисто ББ мне, да, сейчас? Да, мне ББ. Забей. ББ. Присев, ребята. Ну я где-то тупанул, да, повторим. Let's go. Сейчас мы все сделаем, не парьтесь. Сразу же, короче, нужно по. Наверное, давай по центральному фигачить. 100%, сразу же, моментом. Let's go. Раз. Два. Это пока мы все оставим с тобой. Три. Все, больше ничего. Так, это мы вычеркнули одну. Так, черный венец, окей. Пока что это рано нам с тобой. С гласным противником. Ты же что? Бэмс. Так, сюда. Так, теперь нам с тобой хорошо в сейф уходить, поэтому давай-ка мы с тобой как раз таки раз и два. Вот так сделаем с тобой. Так вот проще, наверное, с тобой сейчас. Ну хорошо, да, 40. В принципе, выдержим 100%. Даже КПшку не потеряем с тобой. Ну нет, потеряем чуть-чуть. Так, дальше. Они сейчас, этот будет увеличиваться. 10 противников 7. Этот мне черный венец будет накидывать. Хорошо. Так, неактивные атаки мы с тобой сейчас пока ставим, наверное. Давай-ка вот на него кинем. Слабость. Он же будет еще раз увеличиваться, мы с тобой сейчас что? Так, 19, да, будет? А, черный венец еще раз мне дашь. Ну, тогда мы с тобой сейчас сделаем, наверное, вот так вот. Вот так вот, наверное. Да, ладно, попробуем. Бамс. Так, черный венец опять. Так, это сейчас будет нам сбомбить хорошо, да? Хотя, бля, 67, куда тебе?
Ну, он тупо сделал, блядь. Пресев, ребята, пресев, пресев. Пресев, пресев. Ну да. Хотя нет, подожди. У нас 13 хп остается, в принципе, норм. 64, куда тебе, ёба? Так, ладно. Как будто бы надо его добить, да? Но я это не сделаю за весь раунд. Подожди, что? Я не вижу, что там написано, блин. Скажи, потери здоровья, случайки исхнения. Ну, 17, надо полная хуйня. Нам ББ 100%. Как будто бы, да? Ну да. Что я сейчас замиксовал, ребята? Это что сейчас было? Это что сейчас было, ты видел? Вау, ебо, вау. Ты видел, что замиксовал сейчас? Ты видел, что сейчас замиксовал? Так это вообще имба. На. Все, изи, ребята, до свидания. Пакет давай. Ты видел, что сейчас замиксовал? Просто, типа, просто унесло сразу. Вау. Я даже не помню, как, но ладно. Ну, я когда буду присматривать, когда монтирую этот видос, наверное, посмотрю, как. Ребят, ну вы слабенькие, я вам говорю, вы слабенькие, 100%. Ну давай его добьем, раз, два. Не, мне по-хорошему хпшку сейчас не терять буду. Ну, три, сделаем вот так вот и... Вот так вот, наверное, будет правильно. О, плюс 11 еще, ё-моё, сюда. Надо вот это добивать 100%. Да, пожалуйста, добей его, добей. Бля, надо было в него все, ладно. Но сейчас может быть ББ, кстати, быть. Держу в курсе. Сейчас может быть нам... Хотя нет, нам не ББ. У нас останется хпшка. Нет. Нет! Ой. А здесь у меня что? Прям у меня здесь люто вроде чисто вот, да, у меня здесь. У меня вот этот пульт первый у меня, да, как я помню, у меня вроде бы на сейф жесткий. Нет, здесь третий на сейф жесткий. Давай третью попробуем колоду, посмотрим. Каково это? Блин, это видел, что я замиксовал вообще? Жесть. Давай попробуем с третьей колоды попробуем сейчас. У нас здесь с тобой больше сейва, чем... Так, ну погнали, на. Раз. Дальше фигачим сразу вот этого. 100%. Сюда. И вот сюда. Погнали. Бамс, бамс, бамс. Бамс. 13 хп остается. Типа, ну сейчас у него будет 23, и мы, в принципе, того надо добивать 100. О, 4 хп, все. Надо его добивать, потом надо будет посередине фигачить, и потом того, все. Ну что, тот мне накидывает, что я черными могу пользоваться картами, видишь, только могу этими использовать, белые. Крепкая, лечебные травы. Да блин, тут вот так просто делается все. А еще можно, знаешь, их сделать с тобой.
На, мужик, держи. Ну, а это используем. Ну, здесь, понимаете, здесь у меня, в принципе, вторая колода балансная. Первая у меня чисто на атаку, вторая балансная у колоды, и третья у меня чисто на сейф. Я помню то, что я сделал так. Так, теперь, пожалуйста, дай мне... О, все, мы бэ, мужик, тебе ББ. Тебе ББ. До свидания. Х3 сразу так берешь. Бэмс. Все, 12 сюда. Да, давай уже добьем его. А, дальше, что мы делаем с тобой? Десяточку накидываем себе, стоброс, и вот так сделаем с тобой, еще, наверное, вот так сделаем с тобой, погнали. Все, минус чел. Так, челик улетел. Теперь у нас мы можем пользоваться 100% черными картами, это уже хорошо. Единственное, что будет у них добавляться теперь хпшечка, это очень такое, конечно. Так, он сейчас у нас, по идее, будет еще раз увеличиваться. Да, сейчас будет увеличиваться, тут будет добавлять хпшку, да? Нет, тут будет атаковать, окей. Окей, вопросов ноль, мужик. Вопросов ноль. Вопросов ноль. Понятно. Вот на нем. Сколько получается? 20, да? 20. Дальше в него же. Так давай сделаем. А, у нас так представит. Ну тогда зачем? Надо было даже вообще не трогать. А, нет, хотя правильно сделал все. Ты скажешь, ты же сейчас потеряешь хпшку чуть-чуть. Ну да. Я потерял все за 2 хп. Так, плюс 10 хп, хорошо. Блин, как будто того надо фигачить, да? Как будто бы. Но это сейчас будет жестко фигачить. Поэтому мне по-хорошему бы. Так, оберег у нас есть с тобой, поэтому нам, в принципе, он не нужен. И как будто бы надо сейчас реген, да, нам докидывать с тобой. Как будто бы да. Хотя мы можем с тобой на противника еще кинуть. Вот так вот вдобавок. Это будет долгий бой, потому что я говорю, это больше на сейф идет. Колода. Та балансная. Травка балансная у нас с тобой. Так, он фигачит 37, тот один. Окей, 37, да, ты нас будешь фигачить. Угу. Хотя у него вообще там 60 с чем-то было. Так, 37, хорошо. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, как будто вот надо в него. Ну, по-хорошему, вот в этом. Потому что он нам ничего особо не сделает. На 5. Ну, так, у нас там 8 будет, да? Да, у нас с тобой 8. Слог 10. Наверное, лечебную травму мы с тобой используем. И давай, наверное, вот так вот сделаем. И вкинем реген. Минус 11. Уже хорошо. Да, 18 щитов. Блин, сейчас будет больно. Очень больно, ребят, будет сейчас. А, 26. Ну, все равно будет больновато. Но не так прям сильно. Ну, один, ладно, окей. Так, 37 чел нам будет фигачить, да? 37. Так, стопать на него фигачим. Удваиваем с глаз на нем.
Наверное, сделаем... Сколько у нас, подожди? 38 у нас щитов, так? Тогда делаем мы с тобой... вот так вот. На траву надо покупать, реально. Травы надо покупать нам с тобой. Потому что они точно тоже нужны. Очень. Бля, 41. Ну все, ББ ему. ББ ему. Все, пока, мужик, пока. Пока. Сглаз 41. Ёп. Один урон, чел. А зачем я тогда столько щитов прифигачил? Ну ладно. Ну и дальше большого добьем уже и будем того добивать, в принципе. Там особо ничего такого не роляет. Че он будет? В размерах. 10 противником. Да, уже добьем его, чего бы нет. Раз. Вот видишь, здесь у нас все-таки с тобой так вот. Два. Три. Просто там, помнишь, у меня в той колоде второй я мог нанести такой урон, который учил... Что? Сглаз плюс 9? Что? Сколько у него сглаз? А, он убрал себе? Чел, да? По-хорошему, нам сейчас с тобой в сейф тогда уходить бы, да? Нам бы с тобой сейчас в сейф уходить, по-хорошему. Вот так вот сделать. 59, 80. Ну, попробуем, ладно. 5. Да, травы очень сильно нужны. Сейчас бы травы очень сильно помогли бы мне. Ну, ладно, все, он... 68, ну да, будет больновато чуть-чуть, но не так вам сильно, знаешь что. И еще один, да. Ну, сейчас, ну, что 33? Ах, прыжки снова, что ли? Куда ты лезешь, мальчик? Куда ты полез? Куда ты полезешь? Куда ты лезешь, мальчик? Ё-моё. Ну все, 12, давай еще добьем его, наверное. Блин, здесь 4. Ну все, 18, в принципе, и на того кинем вот так вот 4. Пока. Вот теперь вот этот дофига. Видишь, с этой колодой типа сейвово, да, но долго бы происходит. Ну, по-другому никак, к сожалению. Чем будет еще? А, ты союзником. Ты мужик. Куда ты лезешь? Куда? Ну, в принципе, все, блин. Ну, все, мужик. Такое какое-то восстановление. Зачем тебе это восстановление? Это один, ну, типа, смысл. Блин, ты, конечно, видишь, больше осталось теперь таких. Да, ну давай себе восстановим хпшку хотя бы. Блин. Все, типа, ну нет, тогда мне это не устраивает, слушай. Там мне это не устраивает. Тогда хпшку оставим на другое. Давай по нему фиганем, типа, ладно. И то, видишь, чисто щиты у меня. Нормально? Сейчас бы потихонечку убить, да. Ну хорошо, давай вот так вот используем с тобой. Вот так сделаем, может быть, я не знаю. Ну, может, эти карты пропадут, я не знаю, поменяются сейчас. Ну, типа, что за бред?
У нас только щиты остались, что за бред? Ну что за бред? Ну я такой-то не могу. О, сюда. Десять. А если подожди, а если я вот это уберу и гану вот это? 11, блин. Ну, типа, особо так сильно не роляет эта тема. Ладно, тогда давай тогда с тобой сейчас сделаем чапные травы. Ну так сделаем. Я не знаю, что еще делать. Ну, типа, мне нужны черные карты, а у меня их, видишь, нету по факту, почти. Да, вот только лишь еще только щиты останутся, вот еще забей, блядь. О, вот, вот это уже хорошо. Вот это. Вот. Так, вот это уже очень хорошо. Поехали. Раз. А зачем мне с глаз на него кидать? Ну и так. Типа. Раз. Два. Ну блин, с глаз, не, наоборот, нужно порчу, ну ничего типа того. Ну вот так накинем, не знаю. Очень долгий бой, ребята, очень долгий бой. Еще десятку уж устанавливается, реально? Раз, два, три. Ну все, ББ. 24. А если мы делаем... Подожди, а если мы сделаем вот так вот? 25. Давай, пойдем, пойдет. Ну жалко, мне тут нет карты, которую понял. Ты бьешь... Тоже есть такая карта, типа, ты наносишь урон челику... Столько, сколько у него, типа, ну, с глаза, короче, и все. Плюс 12 глаз, нормально. Короче, там забей, там с глаз вообще уже в сотку перешел или что. Все, мужик, давай прощаться с тобой, реально. Уже как бы чуть-чуть надоело. Как бы уже чуть-чуть надоело. Как бы, да. Да, вот это еще, типа, так, по фану чисто. Девяточку не осталось. Ну все, все, 3 хп, ребята. Надо уже добивать, блин. Давай уже. Мужик, давай, давай, ходи уже. Ну все, ББ, пока. Так, давайте 3 всем врагам при прочтении слов с крадой. Так, давай-ка мы с тобой теперь поменяем вот сюда. Так, погнали дальше. Долгий был бой, реально долгий, но, ребят, он такой более сейвовый, видишь, был. То есть эта колода специально для этого сделала, что если баланс не получается, то более сейвовая будет колода. Вы наблюдаете на забытые людьми старые бани и заглядываете внутрь. Свет проникает через прогнивший потолок и падает на детский скелет. В печи не осталось и золы. Вокруг тихо, даже банники покинули это место. Судя по остаткам одежды, он, как и немзинцы, был из коми язвенцев. Сложно сказать, сколько тела пролежало здесь, одинокое и забытое. Держите, ребят. Вы выносите останки, раскапываете яму, кладете тело в могилу и неожиданно ранитесь о расколотую кость, окропляя погребение кровью. В печи не осталось и золы. Вокруг тихо,
Да. Ну, мы это уже слышали, грубо. Ладно, погнали дальше, что? Идем дальше, ребят, идем дальше с вами. Вокруг все выглядит величественно и торжественно. Деревьям, что окружают вас уже тысячи лет. Среди них снуют странные духи. Вы видите подобных созданий впервые. Их пытаются поймать мелкие лесные бесы, которым здесь явно не место. Заметив вас, нечистые нападают. Погнали, чем. Не можешь использовать черные карты. Бля, да вы что, угораете? Белый венец и черный венец? То есть вообще карты не смогу использовать? Что, угораете? А ну-ка. Так, вот этому накидываем. Потому что вот этот, ну вот это мне не нужно, бля. Да вот этому накинем быстренько прям. А у меня даже, не понимаешь, ничего нету особо. 41. До свидания, ё-моё. Бамс. Бамс. Давай еще одну. Бамс. Еще. Добивай его. 7. 7 добивай. Бля, надо было опять в него все пулять. Круто, да? Вообще не могу слова использовать. Нормально? Нормально, ребят. Ну, вы круто придумали. Да, нет, смысла нет, короче. Классно. Ребят, вы молодцы, классно, да. Здорово придумали. Ой. Бамс. Нет. Будет больно, ладно, сейчас. Я просто снова брать ту. Нет, здесь, наверное, придется брать первую колоду. Не третью, а первую. Да. Во, прикинь, хп осталось нормально. Ты тварь!
И что мне делать? Плюс 5. О, все, все, все. Живем, ребята. Давай, давай. Да, да, спасибо, мужик. А, вообще трудно несет, нормально. Боже. Ладно, по одному бить, бить. Ну все, нормально. Значит, я правильно накидал, видишь? Десятку пробивают. Как будто бы мне нужно что сделать? Сейчас он того добивать. Ладно. Надеюсь, это не будет ошибка жесткая. Или будет. Видишь, я хпшку просто восстанавливаю. Бамс. Потери здоровья, я ему накинул. Бля, я такой дурак. Я ему, короче, накинул урон при потере здоровья, да? Надо было себе. Бля, понятно. Да, моя ошибка. Моя ошибка. Моя ошибка. Да. Здесь нереально будет выиграть. Я херню просто сделал сам. Начало хорош, ребята. Я не могу, да, использовать карту. А берега нету. Ладно.
я не могу ничего сделать дальше. Боже, ты из... Бля, в пизду, не хочу. Повторим, блядь. Прямо еще последний раз пробую еще повторить эту тему. Если нет, то ББ, короче, до свидания. Кто у них? Давай сразу вот это... Ой, ёп, туда же, не туда, мужик. Противникам, да, 7, все 7, да, 7. То есть получается 7 плюс 9, уже 30. Уху-ху-ху-ху, мужик. Ой-ой-ой-ой-ой. 31 минус 7 24, да, я ему нанесу, мне останется 20, получается. Получается, сделаем даже вот так вот сейчас с тобой. 42. По идее, должен добить его жестко прям. Боже. 4 хп ставил. Ладно, ладно, ладно. Того он точно добивает, потому что это вообще жесть, забей. Забись, ребята. Спасибо. Спасибо, ребят, реально. Ну, у меня тут, в принципе, если они сейчас, они будут сами себя еще фигачить, поэтому ладно. Бамс. А, не, по 1 хп. Так, 12, да? Надо его дофигачивать. Надо его дофигачивать, 100%. Того 15, ну все, ББ. Бля. Так, так. Пять. Давай, давай. Бам. До свидания. Улетел. Улетел. Улетел, мальчик. Что, вы улетели, да? Ну что, как дела? Нормально все? У меня нормально. Бля, не тот использовал. Ну ладно. 24. А, да. А, да. А, блин, мне на по-хорошему, конечно, бы, знаешь ли... Ну, будет больно очень. Бля, все ББ, да? Ладно, берем, короче, с тобой первую колоду и погнали. У нас что-то пошло. Первую колоду берем и погнали. Ай, ну что, ребята, вы готовы? Я готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Снимать негативный статус еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Покедова. Так сделаем с тобой. Еще, наверное, вот так. Ой, ну все, ББ ему, короче. Ой, еще у меня хмари хпшка прибавляется. Ой, еще всем смотреть в глаз. Ё-моё, ББ. Ай-я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 й
Бамс, пятерочка. Опа, с глаз еще смотрю. Бамс, еще с глаза. Нормально? Че, мужики, как, нормально вам? А если не вычеркивается, если она будет постоянно носиться, то будет хорошо. Нет. Так, сколько у тебя там? 3-4, да, ты говоришь? Да? 3-4, да? И так сделаем с тобой. Дальше. Раз. Так. 20, 18, 23, блин. Ну, по-хорошему, тогда давай с тобой вместо вот этого. Вот так вот. 25. А если вот вместо этого, например, вот это. Это неплохо. Бамс. 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 Блин, 8 хп ставлю. Да-да-да, на. Держи, мальчик. ББ. 17 хп, да? Ну, давай его добивать уже. Надо бы, надо бы, надо бы, надо бы, надо бы. Как будто бы, давай, сейчас уже вот надо добивать. Раз, получается 6, 10 будет, да? Да, ну я ему 7 хп сейчас ставлю просто. Либо можно вот вместо вот этой темы. Итого у нас сколько? 4, 8, 16. Ну давай, ладно, в него все фигачим сейчас. Или я правильно посчитал, должно вообще хватить там. Да, да, расскажите, расскажите, ребята. Сейчас, сейчас покажем, кто, сейчас покажу вам, кто, кто я такой. Дальше тебе вот так вот. Тебе вот так вот. Ой-ой-ой, не тратить ячейки еще. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Чё? Наверное, неправильно смотрел, да, карточку, но ладно. Ну нафиг, еще так могу? Да, база. Угу. Да, да, расскажите, ребята, расскажите, расскажите, расскажите. Бамс, плюс 5. Ну а тому дадим сейчас. Бамс. Давайте, ребят, погнали. Ой, больно как. А, плюс 10, да? Реально? Бамс. Минус 11. Нормально? Все хорошо у вас. Блин, что, блин, надо бы, конечно, да, надо бы, конечно, регенерейшн сделать, стоп, просто.
давай, наверное, с тобой сделаем вот так вот, наверное, вот на это вот кинем, и, наверное, вот на это вот так вот кинем. Так вот правильно, наверное. Угу. Давай, шестерку бей. Бамс. Подожди, ребят, сейчас, секунду. Бамс, минус 10. Нормально? Нормально? Ух, так подожди. Так все, МББ. 5 бью всем. У того одно хп остается, грубо говоря. А, ну все, его больше сейчас зафигачит так. Поэтому давай вот все вот в этого и фиганем. Его же сейчас и так, типа, фиганет, типа, не? Сколько? 18 уже. Ну давай, я докину, ладно, пофиг. Докину еще вот так вот, и все. То есть того сейчас порча 100% дофигачит сама. Типа, он, видишь, он на хп оставил, все, ББМу. Ходи! Просчитал, все просчитал. Ну, с первой колоды намного проще это все делать, на самом деле. Вот так вот, ребята, все надо просчитывать здесь, 100%. Так, понимаешь, старинное место, древнее колдовство. Как будто нам сейчас вообще не желательно с кем-то драться еще, потому что у нас вообще хп очень мало, очень-очень мало. Прошу прощения, ребят. Некоторое время вы плутаете вокруг поляны со старинными идолами, и даже выворачивание одежды не помогает. Вы решаете осмотреться. Похоже, здесь какое-то лишачье колдовство. Реально? Идолища поганые, с чудским каким-то узорьем. Я, похоже, видала на бляхах, которые в поле находят. Над вами возвышается старый лес, все еще хранящий память о старинных преданиях. Разглядывая чудские идолы, вы невольно задумываетесь обо всей нечистой силе, которая бесследно исчезла с тех времен. Держите, ребят. Так, здесь травы есть? Куда ж без них, точно. О, вот это нам очень нужно. Так, он там еще, вижу, что-то есть. Идолища поганые, с чудским каким-то узорьем. Да, мать, не сюда, вот сюда, пожалуйста. О, дам угловат, это очень хорошо. Это нам очень надо с тобой. Ну, нормально, да, проходит сквозь текстуры? Ну, нормально проходит, да? Ладно. Ну все, игра плюс вайп. Это тебе не смута, как говорится. Тебе не смута. Так, ну здесь вроде больше ничего такого не вижу. Ладно, нам осталось только вот это. Этот идол кажется заколдованным. Здесь все еще действует чудская ворожба. Вы можете попытаться распутать заговор. Ну, это точно что не подходит. Нет. Этот идол кажется заколдованным. А ну-ка. Получается, нам с этим лицом что-то надо сделать, да? Бля, либо я глупый, либо ну. Ну вот.
А, там может еще этот вверху? Идол, подожди. Кажется, Нет. Этот идол кажется заколдованным. Здесь все еще... Даже я, может, что-то не понимаю. Этот идол кажется заколдованным. Я вижу, мужик, ё-моё, вернуться. Этот идол кажется заколдованным. Здесь все. Подожди, мы должны что-то с этим лицом правильно сделать? Подожди, а, вот. Может, я туплю чуть-чуть. Вон нарисовано же. Ну и хорошо, давай попробуем по-другому чуть-чуть. Я, похоже, видала на бляхах, которые в поле находят. Подожди, может, надо пора бы прочитать бы? Подожди. Ну, это было ссорно, вот, конечно, нужно изобразить то, что вот здесь вот у нас. Этот вот. Идол кажется заколдованным. Это я понял. Но я вот делаю и... Он не хочется делать. Он не хочет делаться. Вообще ни в какую. Типа, да, вот шляпа, я вижу. Лицо. Дальше идет тело. Ну вот получается, да. Или нет. Вот это, блядь, что ли, будет? Типа, ну. Это бред, там Т-образно, то есть, типа, вот такая. Ну вот. Бля, может, я чуть-чуть что-то не то делаю. Когда последний элемент идола встает на свое место, я только что это делал. Чувствуете, что с леса будто бы спали оковы. Только что это делал. Похоже, дорога открыта. О, погнали. Только что это делал, а он такой, не-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 не. Ладно, окей. Прошу прощения, ребят, это я делаю скриншотс, чтобы поговорить, скала, опа, трава, о, сюда, плюс свайп, поговорить, не хочу с тобой разговаривать сейчас, подожди, да, мне нужно трава найти, мне трав нет вообще никаких. Василиса, пришло время разбудить. Нажимал, смотри, ты видел, я нажал на скалу. Нет, где бесит меня. Странная какая-то скала, будто шевелится. Не может быть. Странная какая-то скала. Ладно, погнали. Василий, когда он очнется, я тут не при деле буду. Ему еще старшого воспитывать. Подумал, может, с собой меня возьмешь? А там, глядишь, я и сам лешим сделаюсь. Хорошо, мне такой помощник пригодится. Ладно, тогда за дело. Дело! Ворон начинает читать неизвестный вам заговор на незнакомом вам языке. С каждой минутой его хриплый голос становится все тише. Он похрустывает, как мох в еловой роще. Вскоре вы чувствуете дрожь земли под ногами. Что? Печать открыта, прикинь. Ребята, мы открыли с вами еще одну печать. Осталось всего две. Ура! У нас с вами 5 печатей открыто. 5. Да, 5 печатей у нас с вами открыто.
Жесть. Ура, ребят, ура! Ура, ура! Так, прошу прощения, ребят, надо скриншот сделать. Ну, это для игры. Для игры, для обложки. Так, подожди, я собираю... Получение урона. Неплохо. Печать нас сами открыл. Опа, сюда. О, сюда. Не, ребят, если есть где-то, знаете, я не пропущу ни одну траву. Потому что травы нам нужны очень сильно. Церковь. Мать, ну ты можешь будешь... Ты еще угораешь сейчас надо мной или что? Церква какая-то под водой. Колокольня только торчит. Что за место странное? Церква какая-то под водой. Колокольня только торчит. А что, зачем ты ходишь с кругами? Или море? Баска-то как? Никогда такого не видела. Это океан или море? Баска-то как? Не-не-не-не-не, куда? Подожди, сюда еще. Вот, ты же говорил. Знаешь, как говорится, пока дают, бери. Особенно трава, если мы говорим про траву. Так, подожди. Куда? Алло, ты видишь, куда я ушел? Камера куда-то полетела. Камера, ты видишь, куда я ушел? Я понял, что нельзя. Камера такая, да ты заеб. Задолбал уже, куда-сюда бегать. Опа, еще трава. Да куда ты летишь, ты камера? Камера, алло. У тебя все хорошо? Ты видишь, где я бегаю вообще или нет? Или тебе все равно? Да. Опа, сюда. Нет, подожди. Алтырь. Алтарь вообще. Какой белый камень могучий. Алтырь. Алтарь, короче. Алтырь, да. Как вода льется. Какой белый камень могучий. Так, подожди-ка. Здесь явно еще есть травы. Я все понимаю, сюжет сюжетом, но как бы... Не, нет, все, ладно. Журчит под ним. Как... На белоснежном алтаре лежит ваша книга. Белый камень чуть слышно потрескивает и дрожит, разрываемый сущностью древнего артефакта. Змея. О! Даже царь Соломон был бы осторожен на моем месте. Ведь что его перстень? Всего лишь печать. Что происходит? Где это мы? Не узнаешь этот остров? А так часто его поминала. Впрочем, полно. Опять он? Он вначале еще работал. Открыла еще один затвор. Осталось безделица, мелочь. Еще два препятствия да, на твоем да, ребят, пути. Да. И кто бы мог подумать, что простая ведьма из Вильгарта добьется таких высот. Я мог подумать. О, тебя ждет много большее. Великие деяния. Я лишь хочу, чтобы желание мое исполнилось. Так и будет, не сомневайся. Совсем скоро ты достигнешь цели, и на книге не останется печатей. Какие такие деяния меня ждут? Я просто хочу спасти парня своего. Ой, ты спасешь, спасешь. Осталось немного. Главное успеть. Главное не упустить шанс. Совсем скоро солнце встанет в зенит. Только в этот день а почему Спартак можно не найти в ЦСКА? Цветок папоротника. Почему не Спартак не в ЦСКА? Не упусти, Василиса, торопись. Ладно, шутка, значит, не очень. Не зря же мы с тобой проделали весь этот путь. Ты открываешь печати одну за другой. Легко и просто. Мне кажется, это главный босс, ребята. Новой,
сила твоя растет. Это чуют демоны и слетаются к тебе в услужение. Скоро ее будет достаточно. Мне кажется, это главный босс будет, ребята. Чтобы вызволить его? Да, чтобы воссоединить тебя с возлюбленным. Книга и правда выполнит желание, когда я открою печати? Так говорит предание. Уже много лет никто не открывал затворы на этом древнем артефакте. Предание — самая упрямая в мире вещь. Идут века, но оно не исчезает, лишь меняется, подстраиваясь под своих хозяев, словно паразит. Оно цепляется за своего владельца щупальцами из мифов и магии, и только он косо на него взглянет, тут же превращается во что-то новое, скрывая смыслы за пеленою недомолвок. В предании сказано, что за семью печатями лежит твое желание. Так говорят все знающие. Значит, это правда? Не знаю. Может быть. Что с суженым моим? Где он сейчас, ты знаешь? Ему отведено 40 дней. За этот срок его душа пройдет мытарство. А затем ей и место определят. Я бы даже мог замолвить за него словечко моим знакомым бесам-мытарям. Но я не вижу в этом смысла. Ведь скоро ты сама сможешь ему помочь. Да, расскажешь. Но стоит поторопиться. Дед Егор не ошибся. Ведь даже книга не вытащит его после сороковин. Мне пора в Вильгард. Еще две печати. Да, не стоит терять времени. Верю, мы скоро свидимся вновь. Интересно. Мне кажется, он будет главным боссом. Финальным боссом, мне кажется, он будет. Ребят, поздравляю нас! Ура! У нас с вами 4 печати открыты. 4. Нет, 5 даже. 5 печати открыты у нас с вами. Осталось 2. Бог! Дед Егор! Василиса! Ох, Господи Иисусе, я заждался уже! Весь истушился! Срок мог выйти! Ты где была-то? Ой, дедушка, я тут. Все хорошо. Меня леший водил, да я выбралась. Не зря же ты меня учил. И печать открыла. Вот как? Ну ладно, успеем. Я уж думал, старый знакомый наш до тебя добрался. А нет, не он. Александр? Ну, я-то старые трюки помню. Жало сломил, ушки отломил и иглу в притвор. Поймал его? Поймал. Да он скрылся. Бесы помогли. Я-то уже не чертистый. Почти. Ничего. Я до него сама скоро доберусь. Доберешься, это я не сомневаюсь. Раз ты здесь, я сейчас Николая вызову. Свадьбу надо заканчивать, пока Абдериха за своей дочуркой не вернулась. Чувствую, скоро уж и срок будет. Ничего, сегодня же их обвенчаем. Я время не терял, отшептал нашу парочку. Заживут как след. Этот Александр... Раз свадьбу портить начал, остановиться не сможет. Как венчать начнем, сам объявится. Черти потащат. Да, я его у Троицкой церквы-то и встречу. Ты только не увлекайся парнем-то своим новым. В погоню-то не бросайся. Про печать не забывай. Какой он мне парень? Ты че, дед? Да и на Ивана же печать следующую открывать. Ну, так осталось-то. И недели нет. Как? Я думала, еще с запасом. Говоришь, леший водил? Ха, хорошо, что ты сейчас вышла, а не через год. Сама знаешь, как бывает, да? Погоди, если времени в обрез, надо обряд готовить скорее. А, помнишь учение, значит? Да. Нужны нити из монастыря,
полотенце престольное, нож пасхальный и свечи из сала человека, которого лихорадки трясли. Не зря я учил, молодец. Но не страшись, Вася, я за огня поиск начал. Держи нити монастырёвые. Не испугаешься? Я не остановлюсь на полдороги. И другие предметы раздобуду. Мы почти у цели. Давай-ка мы этим займемся в следующей серии. Так серия длинная получилась. Мы с тобой печаль открыли. Ё-моё. Спасибо за просмотр. Какая серия была? Блин, блокбук. Давайте уже допройдем. Мы его почти допрошли. Нам две печати осталось. Грубо говоря, ну сколько еще? Наверное, серий, ну если прям таких долгих, я думаю, ну серий 4-5. Потом будет финальный босс. Я думаю, конец сюжета, и, в принципе, мы сможем начать с вами DLC. Посмотрим, что за DLC, если там какой-то, ну, просто какая-то, знаете, типа арена, то просто посмотрим с вами, и все. И в целом игра будет пройдена, и как бы, вот. Если там будет тоже какой-то сюжет, то пройдем, в принципе, наверное, и DLC с вами. Потому что, я думаю, его никто не проходил особо, да? Прямо я не видел, чтобы кто-то его проходил, а мы с вами пройдем. Ой, ё-моё, прошу прощения. Короче, спасибо за просмотр, такая серия была, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.